Привет! С вами, как всегда, рубрика «Сниму же такое». Меня зовут Александр Марченко. Поехали! Вспомните свое состояние, когда вы дико хотите спать. Глаза сами по себе закрываются, а тело расслабленное. Прям как у нашего первого героя. И еще раз. Ваши веки тяжелеют. Спать! Второе видео тоже будет про кота, но перед тем, как его показать, я хочу, чтобы вы вспомнили вот этого парня. Как вы думаете, он умел ходить на двух лапах с рождения? А я вам скажу, нет. Это результат долгих и упорных тренировок. И как раз на одну такую тренировку мы сейчас с вами и посмотрим. А теперь предложение, которое поступило от нашего форумчанина Лентяя. Спасибо тебе за это видео. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Да, оно немного странное, поэтому не пытайтесь понять, в чем здесь смысл. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Да. Ты извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты извращенец? Ты сможешь? Зачем? А? Ты хочешь ломать? Нет. Зря. Почему зря? Ну, ты не издевался надо мной. Ты не смог издеваться надо мной. Зачем? Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. Ты не смог издеваться. Я спортсмен. Я спортсмен. Пожалуйста, я говорю. Я спортсмен. Ну и обычно на такие видео в интернете предлагают кучу ремиксов. Давайте на один из них посмотрим. Я хочу, чтоб ты ломал меня. 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 А может, кот с первого видео и не засыпал вовсе? Ты хочешь ломать, ты хочешь ломать. Зря. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Я тебя прошу. Полностью ломай. С вами была рубрика «Сниму же такое». Побольше улыбайтесь, и жизнь улыбнется вам. Меня зовут Александр Марченко. Апельсиновое утро.